След Никиты Колесникова вновь тянется в Чувашию. Недавно стало известно об активах экс-руководителя группы компаний «Сава» в республике. Так, в частности, два общества с ограниченной ответственностью – «Росспан» и «Мехстройтранс», бенефициаром которых является Колесников, имеют земельные участки в регионе. Глава Чувашии потребовал разобраться, как похитивший многомиллиардные суммы бизнесмен продолжает деятельность в республике. Фирма «Росспан» на Новочебоксарске, ООО «Мехстройтранс» имеет 19 земельных участков общей площади 70 218 квадратных метров. 22 земельных участка имеет «Мехстройтранс» 154 416 квадратных метров. Причем к фирме «Росспан» власти республики предъявляют немало претензий. Общество с ограниченной ответственностью по-прежнему отстает от графика при возведении жилого дома в Новочебоксарске. Разрешение на строительство не раз истекало и продлевалось. Вот в эксплуатацию данного жилого дома планируется в этом году. Но, полагаю, не ведется этот дом. Оценивайте ситуацию. Напомним, что Никита Колесников стоял во главе группы компаний «Сава», которая в общей сложности вывела из республики более 7 миллиардов рублей. Это и обманутые дольщики, и недостроенный отель «Сувар», и многое другое. В отношении него сейчас возбуждено новое уголовное дело о хищении 450 миллионов рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Эрмитажа».